Продолжение темы. Сегодня в Якутске открылось новое здание лабораторно-производственного комплекса якутской геологии. Крупнейший аналитический центр на северо-востоке России исследует все богатства Якутии. Также к нашим исследователям-геологам обращаются из соседних регионов. Строительство нового здания длилось 3 года. Проект финансировало правительство республики. Бюджет составил почти 300 миллионов рублей. Геологи и аналитики получили порядка 4000 с лишним там, квадратных метров офисных помещений и лабораторных. Благодаря этому, конечно, лаборатория, в частности, получила большой импульс для своего развития. И мы надеемся, что, имея такое оборудование, и главное, аналитиков и новое здание, мы выполним те стоящие перед нами задачи, которые ставит якутскгеология перед нами, как наше родное предприятие. Но мы выполняем анализы для всех недропользователей, которые работают на территории республики, обращаются к нам.